Ромах. Я, наверное, так. Ну, опишу историю. 4 года, 1-4 класс в борьбу ходил. Потом записался на карате. Подумал, что о, круто, мы там больше показухи, наверное, чем там вообще редко были поединки. Там просто по воздуху. Ну, удары там четкие получились. Красивые. Просто да, эстетические виды искусства. И параллельно ходил на бой. Потом где-то 4 года перерыва было, и вот буквально начиная с прошлого года опять возобновил. По технично работал. Красиво, спасибо. Ну, технично, блин. Голову включил. Подавителем данного турнира стал бойцовик экипировки «Кантович».